В Дагестане началась проверка после массовой гибели краснокнижных пеликанов. Об этом сообщает Следственный комитет и прокуратура региона. Около 40 кудрявых пеликанов обнаружили специалисты Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района. На место выехали специалисты. Они изъяли биологические образцы для экспертизы, чтобы выяснить причину гибели краснокнижных птиц. По предварительным данным, 17 марта 2021 года устье канала Старый Бахтемир расположено в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района, обнаружено мертвыми около 40 пеликанов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.